Всем привет! Обычно я прикормки постоянно делал себе при помощи вот такой вот кофемолочки. Ну, ничего вечного не бывает. Сгорела обмотка. И сейчас я вам покажу, как я вышел из положения. Сильно заморачиваться не стал. С якоря выбил вот этот основной вал вместе с ножом. Дальше взял обычную электродрель. Таким вот образом в нее закрепляю ножик от старой кофемолочки. Ставлю дрель на максимальный оборот. Ну а дальше дело техники. Берем какие-нибудь сухари или что там вам надо для прикормки. Немного их крошим, чтобы быстрее перемолоть. После того, как немного размельчил, крышки вырубил по-быстрому вот такое вот отверстие. Оно нужно для того, чтобы сухари потом не разлетались в разные стороны. Ну, давайте посмотрим, что у меня получилось. Но все равно крошки немного через крышку улетают, но тем не менее по-быстрому прикормку таким способом сделать можно. То есть у меня вот получились панировочные сухари, которые можно добавлять даже в готовую прикормку. Вот эти вот крошки, которые не перемололись, вот эти сухари не до конца застыли, то есть еще хлеб мягкий, поэтому он остался крошкой. Я думаю, ничего страшного. Как вы только что убедились, прошло пара минут, и у меня уже панировочный сухарь готов. Оказалось очень быстро и просто. И уверен, что такой способ, возможно, пригодится не только мне. Вот так вот, друзья, очень легко и просто можно выйти из положения, если у вас есть дрель, сгоревшая кофемолка, и вам срочно нужна прикормка, можно вот так вот ее приготовить. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что это видео вам было полезно. Всем пока и до новых встреч, до новых интересных видео.